Показать пример будущему поколению. Такую задачу поставили перед собой воспитатели дошкольных учреждений Нерюнгринского района в борьбе за звание самого спортивного детского сада. Кто же завоевал звание, расскажут наши корреспонденты. Нерюнгринские воспитатели решили на своем примере показать, что спорт – это не только полезное, но и вполне веселое занятие. Буквально на несколько часов зал спортивного комплекса «Шахтер» наполнился громкими болельщиками и рвущимися в бой участниками. Эти соревнования проводятся с целью привлечения педагогов к здоровому образу жизни. А также они проходят под названием «Мы пример будущему поколению». Мы хотим показать нашим детям, что мы тоже спортивные и любим спорт. После всеобщего приветствия и массовой разминки начались эстафетные конкурсы среди команд. Конкурс состоит у нас из 5 этапов. В конкурсе участвует 21 детский сад. Победители у нас определяются, конечно, по наименьшему количеству времени. Всеобщее настроение и активная поддержка болельщиков сделали борьбу более захватывающей. Нетрудно догадаться, что воспитатели к такому мероприятию наверняка готовились заранее. С физической подготовкой занимались, разучивали номера эстафет. И отжимались, и бегали, и прыгали, старались. Конечно, такой большой конкурс, это очень, конечно, важно. Все. Самые лучшие, самые сильные. Детский сад, малыш. Подобные мероприятия в Нерюнгри постепенно приобретают статус традиционных соревнований. Безусловно, это хорошая тенденция. Ведь чтобы достойно воспитать будущее поколение, нужно самим стать для него наглядным примером. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.